Привет, мой дорогой друг, меня зовут Игорь, и в этом видеоролике мы сегодня обсудим баг такой программы, как Google Books Ingram Weaver, который еще и стал мемом. Ты, наверное, спросишь у меня как? Я тебе отвечу, очень легко, всего лишь из-за несовершенности алгоритма. Давай чуть-чуть углубимся в механику относительно новой этой системы. И как же она работает? По системе поисковых запросов. И алгоритм программы с помощью нехитрых просчетов сможет показать тебе всеобщую информацию и показ, где это слово последний раз мелькало в мире. И вот именно из-за вот этой особенности программа и стала мемом. Потому что люди, использовавшие ее, сразу же начали писать современные слова. И как только они это делали, программа выполняла свою работу. И человек, например, пишет «инстасамка». И программа практически сразу выдает, что последний раз она появлялась в мире в 1700 году. И вот именно на таких примерах люди с необделенным чувством юмора начали делать мемчики, заливая их в YouTube, TikTok и в различные соцсети. Изначально, так как эта программа гугловская, мем начал крутиться на Западе и со временем перекочевал на нашу русскоязычную аудиторию. И вот что у нас в итоге с ней получается. Я специально вбил название своего канала туда, чтобы посмотреть, когда последний раз он появлялся в мире. И вот что у меня получилось. Говорю тебе честно, вот это видео, которое ты только что посмотрел, у меня сделали буквально за минут 5. Так что практически каждый человек, который имеет хоть каплю фантазии, может создать вот эту вот штучку. Так что, мой дорогой друг, если тебя интересует эта программа, я, конечно же, оставлю ссылку в описании, чтобы ты не тратил свое время в поиске. И после этого сразу посоветую тебе нажать на вот эти видеоролики и вот эти плейлисты, которые 100% будут тебе полезны и интересны. Потому что я стараюсь над всеми своими видеороликами, чтобы они были максимально полезными и продуктивными. Так что, мой дорогой друг, даже прямо сейчас я побегу делать новое видео. Так что, пока ты его ждешь, нажимай на эти, чтобы мы поскорее встретились. Бай-бай, с тобой был Стоянов Игорь. До встречи!